кого это там найти не мог. До этого 152-й БТР. А он черный. Видите, вот с этим, с билбордами, а то это просто черный. Ну все, теперь нашел. Паук. Звуки, естественно, и вот этого, от броневика взят, не от танка. Наверное. Блин, 134-й, прикольно камера сделана. Прям конкретно от водителя, где водитель сидит. Ну, как там. Я там тоже делал. Не, только я, видишь, я там на башне сделал. Да, да, ты там на башне сделал, я на башню садился. Ну, на башне от башни, а тут это. Ну, я-то этот буду менять видок, потому что я тут ничего не вижу, это слишком открыто. Я тоже так же сделал на башне, а потом приближение, вот это вот как сейчас. Ну, примерно, чтобы хоть видеть контуры нижние. Эстрала, да, все-таки групп? Ну да, как я тебе и говорил. Вот оно, Фа-2-4. Видишь, какой Soul River? Мастер, во мастер. Все сделал. Да, все, что хочешь. Я там старый спинки еще сегодня катал, старый спинку в карту. Там один, прям комментарий я ставил. Ну не комментарий, я подписался. На этом моде карту выложил. Его два Soul River, а говорит, вот, блин, говорит, мастер, говорит, на все руки, говорит, от бога, говорит. Да я сам в шоке, как так делают? От бога, говорит, можно покататься, говорит, на трилёвке. Чё хочешь, берёт, чё хочешь, да, и готово. Ну вот жалко, Марука это вот не сетевой сразу выкидывает. Только в одиночке можно поездить. А, ты на меня еще наехал, опять и говорит, ты что-то наставил. Я ничего не ставил. Ну да, наставил. А кто еще-то? Конечно, ты. По-любому ты. Не, ну то, что я виноват, я это, да. Ну стопудово. Это я уже привык к этому. Ну стопудово ты. Но ставить-то я ничего не ставил. Все равно ты виноват. Да, управляемость, конечно, у него старовато. Не, ну как у того. Просто скорость поменьше и все. Я тут вообще ничего не трогаю. Ты не забывай, мы еще гараж тащим. У меня колеса как-то вообще не поворачиваются. Ну правильно. Потому что у него там сделаны вот эти вот передние, которые сейчас мы видим, они не поворотные, как у того. Они просто обычные. А поворотные невидимки только. Ну там мы штуку побольше возьмем потом. А нам и самых гаражат не хватит, да? Ну так у нас еще другие моды стоят, мы же их тоже запустим проверить. А, точно. Ты там куда вообще смог-то? Сюда я на заправку еду. Там можно было по той дороге, можно было по этому, Там можно было направо уйти, а можно было левее. Все равно сейчас встретимся. Там где 255 стоит. Я буду надеяться, что он с топливом. Ты сдыщ! Ты готов! Убит! А то что-то у меня топки совсем мало, вот 159-158 литров.
Но у меня 176. Ну, так-то я себе 700 сделал. Уже что-то где-то нарисовал, успел. Да, 700. Ну, вот сейчас от 255-го хлебнем его. У меня там 10. Просто. Не, охрененно, да? Вот, что хочешь, то и делает любой мод. Как он так? Прикинь. Так, а у меня тут что-то как-то ничего нет, что ли, или я не понял? Да, Нати. Пишет, недоступно. Что недоступно? Ну, конечно, ты сколько? Не, недоступен мой этот. Что? Как у тебя, почему-то у меня тут нет никого. Вот, видишь, ты исчез, и все, у меня ничего нет. Ну, да, значит, где-то в другом месте у тебя есть. Ну, что-то там проезжал, я не видел. А мы, они обычно там или сзади стоят, или здесь. А могут на той стороне стоять, через речку. Может, так, и... так, куда это мы прёмся? Заправка. Ну, а я тут задом подаю, вообще-то. Да мы видели. Видишь, вонючка снизу у него идет как положено. Про броник 152 он написал, но еще сырой очень. Ну, ничего, посмотрим, что там. Сейчас только фары не проверить, видишь, светло. Ну, это потом я уже буду дорабатывать. Наверное, надо блок отключить, тогда он будет поворачивать лучше. Или поворотные там прописать побольше угла. Ему тоже надо наклон прописывать. Сзади наклон и спереди. А у него же и сзади, и спереди поворачивает. Не видел. Ну да. Побольше наклон, не угол, а наклон. И тогда он будет вообще должен на месте прям поворачивать. Вот, теперь у тебя крас стоит, сейчас я тебе крас открою. И смотри, у того было видно, да, колеса просматривались, а сейчас не видно ни у тебя, ни у меня, походу. Поворотные. Ну, ты там, может быть, нашалил, больно сильно их прописал, вот из-за этого. Нет, там я их не трогал, там так все и было. Там угол так остался, и подвеска осталась, я там ничего не трогал с ней. Ну давай, еще упади. Да поехали сейчас уже вон через болото, ну заправку, сначала вот. А я целый день в спинку гонял. Я в нее так-то особо мало играл, там всего 200. А я сегодня с работы, блин, пришел, целый день там сидел. А до этого на сутках был. Сидел, подыхал с башками. Не жрамши. Завтрак забыл еще. На сутках оставил. Там завтрак пришел, голодный сидел там целый день. Я вчера всю ночь файлы переделывал. Там же обновление было в спинке. Мне пришлось все переписывать, они там половину машин обновили. Не, я спинку больше не буду запускать, нафиг. Хозяин, барин. Там все, она для меня умерла уже. Ну тут, видишь, настраивать проще, не надо перегружать постоянно, а там дурдом какой-то. То и дело из игры выходить, заходить, ну и так там еле грузится. Так, на ощупь делаю. Вышел,
сразу там налепил. Но это не интересно. Проверил. Но там особо такого нет, как в Мудранере. В Мудранере больше всякой ерунды. Ну, мут лучше как-то. Лишь бы только его не переделывали, а то сейчас намутят опять, вообще-то ничего не установишь. И так уже 64 бита требует заразу. Да, я думаю, получится так же, как у меня с этим. Это резко получилось. Он меня выше не пускает. Не дает мне выше подняться определенной версии. И все, я в сеть не могу зайти. Только один. Ну видишь, они теряют игроков. Скорее всего, здесь такая петрушка будет. Будет поддерживаться там определенная версия. А выше уже не подымет. Естественно, и люди-то, они все уйдут выше версии, а ниже версии. Но не факт. Наверное, не у всех же высокие версии. Согласен. Хотя я вот сейчас с тобой играю, у меня последняя версия, я отказался от всех в этих версиях. Самая последняя. Ну, у меня старая. Не, игра старая, и СТМО старый. И Спиндайров мод у меня последний стоит, который можно только на данный момент поставить. Чем я уперся, там еще до дерева? Невидимка, что ли? Да хрена узнает, у тебя вроде чист. Может, ты какой-то это зацепил, веточку резиновую? Запись не включал? Нет. Ну а чё пока это? Без записи? Или надо включить? Да не, я так чисто ради спортивного интереса не рисовал. Ну ладно, запущу, попробую. А то я еду один, а тебя-то чё-то кадр совсем для аварии не дали. До тридцатки просаживает. Там 25, 30, 37, 38, 40. Так скачет. Хотя ядри, смотри, нету здесь никаких объектов, ничего, болото, долина. Ну, у меня же слабый комп. На записи и просаживает. Да. Кто не в курсе, если я запись пустил только сейчас, это мода от Soul River. Приват. Типа первое испытание. Как интересно, я сквозь дерево прошел танком, слышь? А этот задний застрял. Глянь-ка, прикол. Как самогончик-то? Так же, да? Когда Никулин проехал промеж этих березы. Смотри, реально он без этой. Вообще можно насквозь дерево пройти. А задний фургон застревает. Невидимка, что ли, сделал объект. Ну да, я прикольно. Я первый раз такой увидел. Че, ты тоже сквозь дерево? Да. Фургон застрял. Да, поворотик его надо усиливать. С фургоном что вообще не поворачивает. А вот колеса не пускают, колеса не проходят. Там проходит, колеса нет.
Ну потому что танк был сделан как этот, помнишь, он как груз же был? А груз он как бы это, ну ни за что не задевал. Там самолет тоже проходил с крыльями. Ну, видимо, ему так текстуру и оставил. Только колеса задевают. Ничего, прикольно, зато будем простачиваться. Будем только этими аддонами задевать. Танк-разведчик. Девки ногами тут задереют, блядь. Ага. Да они, по-моему, тоже не касаются. О, а ты вот туда поехал, а я тут. А что ты там делаешь? Ну, выезжать на одну дорогу. Так заблудился, походу. Ну а что, у тебя, я смотрю, ты с той стороны поехал, я с этой стороны поехал. Я по старому маршруту, как раньше ездил, так и поехал. Тут можно сразу досочку взять. Так, сейчас тут где-нибудь застрянем, небось. Там не забудь, у нас на очереди еще стоят модельки. Не, ну мы досочку возьмем сейчас до этого гаража. Тестирование доедем. Все ждут. До этого гаража доедем, скинем. И туда погоним, тогда еще машину. Этот, как его, БТР-то тот, я попробовал, он у меня не цепляет ничего, я не могу на ничего на нем возить. Какой БТР? БТР, который... Fallout? Не, или бронетранспортер, как он цепляет. Ну, он должен цепляться. Ничего, у меня один аддон не цепляется. Да вроде должен, там вроде что-то было вписано. Я тебе говорю, пустой у меня. Ну, сейчас посмотрим. На нем точки, значит, открыть пока можно. Ну, хоть танк цепляется. Да, рулевую надо что-то делать. Тяжко прям вообще. Сколько в грязи, ну, а сколько разворачивается. Потому что вот эти вот колеса, которые сейчас у него видимые, они, наверное, тоже гребут и не дают повернуть. У них же тоже, наверное, проходимость прописана какая-то. Мы же с тобой сделали усиленную проходимость, видимо, а у него простая. Поэтому не дает повернуть невидимкам. Ну а как они такие большие-то? Я вроде маленькие делал. Так я ж тебе каждый раз обновление даю. Так я и оставил, здесь у меня вон, видишь, такие здоровые. Новые, свежие. Новые, здесь-то может и здоровые. Тут-то еще нормально смотрит. Бах! Вылетел. В изогнутом виде не хочет цепляться.
куда идем, мы с пятачком? Здорово. В этом, как закрыт. Да, мы скинем, доски оставим, пересядем, потом пойдем с трудом. По катушке. Да, назад даже не посмотришь, если от первого лица играешь. Ну вот я говорю, я буду делать от башни и приближение, как вот сейчас. Как у того сделаю. Ты где там? Да, за от первого лица ехал за столбом, ну, блин, вагончиком. Сам вроде прошел. А, я тоже летел. Правда, колесом. Волк в игру зашел, сейчас будет мучиться. Присоединяться, опять что-нибудь с игрой на финиш. Ну, я-то невидимка, он не увидит. А я-то нет. Ну а чё ж ты? Мы же на приватах. Не надо людей совращать, чтоб не заходили, не мучились. Да они мучиться не будут, такие люди, они начнут у себя игру ломать. Так что, о, чего тут нет игры. О, точно, пытается зайти к тебе. Что, Соник, опять невидимый, что ли? Здорово. Ну, я ж тебе сказал, мы невидимка. Я тебе сделал. Я тебя потому, не... Что у нас... Ты мне не написал ничего. Я тебе написал. Ты там не читаешь, я тебе в Стиме написал. Ну, мы испытываем сейчас приват. Нам друган делает моды, а мы испытываем. Вы же карту закрываете или нет? Мы испытываем моды, ну и пытаемся закрыть. Ты нас не увидишь. Мы на Т-34. Ну ладно, хотя бы я вас слышу. Я с тобой, Соник, давно. Но ты можешь только фургон увидеть. Фургон ты увидишь. Соник, как сам-то вообще хоть? Я твое последнее сообщение прочитал. С работы на работу, с работы на работу. Я твое сообщение то прочитал последнее, когда ты сказал. Бля, все, парни, не смогу работать на играть с вами. Работа вообще меня закопали. Ну а что, я суток иду на следующий день опять. То есть домой не прихожу, сразу иду на работу на другую до вечера. Потом на другой день опять так же. И один выходной только. И ты в этот один выходной играешь, да? Да. Полдня и то от силы. Ну вот вечером после работы сейчас после. Пришел, как говорится, немножко поиграть. И это самое. Это хорошо завтра там одной. Так бы пришлось еще и завтра идти туда. Ну пиздец у тебя, ну игру туда я прочитал. У меня жена тут туда тоже, я сидел, твое сообщение читал, у меня жена прочитала. И говорит, пиздец, блять, как так-то нахуй? Так это еще хорошо, до 6 часов только работаю, потом там это из пригорода еду. А так меня хотели вообще сейчас засунуть с 8 до 8. Вот я с суток должен был прийти на другую работу, там до 8 проторчать. Потом пока приедешь домой, пока чего, уже 10 часов, блин, вечера. А мне утром, как говорится, на работу в 4 вставать. Зашибись. Весело, вообще пиздец, блядь. Поднимите. А ты где? А где-то я вообще вас не вижу. А, так ты нас не видишь, мы же тебе сказали, у нас мод другие. У тебя же их нет, у нас приватный. Сейчас я тут в воде поплаваю. Ах ты, уже ничего не скидывал? Это приват. Это только с разрешения. Ну, есть канал Soul River. А что вы там пытаетесь это хоть?
Танк Т-34. Я записываю. В запись зайдешь ко мне, посмотришь. Или у Димона посмотришь. Мы синхронно пишем. Ну я тогда смотрел у тебя на Ютубе. Два дебила — это сила, блядь. Да. Это из три. Ну этот. Из два, по-моему. А сейчас у нас Т-34. И еще там будет броневик. Два варианта. Соник, а я провалил. Увидишь. У меня одни колеса торчат. Ну погоди, дай тут справиться с водяным течением и этим прицепом. Как я к вам сейчас зашел? Что-то мне Дима недавно рассказал, что как бы когда вы играете, ну, я не могу к вам зайти. Ты можешь к нам зайти, только ты нас не увидишь. Потому что нет, у тебя нет этих модов. Дима, ты же так мне рассказывал, что когда вы тогда с Соником играли, я тоже заходил, ты сказал, что якобы я не могу к вам зайти, потому что там по каким-то причинам. Ну, бывает. Ну карта, потому что зашел? Карта там была карта. Такая особенная, ты не мог ее сходить. А, все, понял. Мы еле установили ее. Тут карта стандартная, ты на стандартную зашел. На стандартную, да, там была какая-то другая. Ну ладно, все понял. Соник, я этих. Кстати, рад слышать. Давно тебя не видел, блин, скучно. Ну уже. Блин, я теперь буду пропадать вот так вот на работу без конца. О, не хватит купаться. Да я ползу. Куда-то. Короче, сейчас тут вагон цеплю. Эй, народ, а вы меня заправить сможете? Вопрос. Мы-то без ничего. А, но в фургоне у меня что-то есть. Надо только поднять, Димон. Так, откуда ты прилетела? Я над тобой завис. Ну, полез, блин. Надо пользоваться преимуществом просачивания. Не говорите, ребята, лишь тут колеса прошли. Да, ну чё, тоже удобно. Такого нет нигде, смотри, как для разведчика самое то. Так, а вообще, топка-то где тут? Опа. Иван, ты чего? Стандартная карта. Как ты прилег? Так я его не проходил, я же Димон по новой устанавливал мод мудранаха. Ну, понятное дело, но до этого ее 100 раз, наверное, все катали. Знаешь, я уже ее забыл, я 100 раз не катал, я все с вами катаюсь, все новые карты. Я же Димон говорил уже, что с вами веселее кататься, хоть как-то общаешься, прикалываешься и тому подобное. И как колеса мои выковыркивать будут? Ну, надо было за фургоном. У тебя центр тяжести, короче, там, по-моему, 0,3, а я себе прописал там минус. Потому что там не был в минус писан, поэтому ты прокидываешься. Ты успел, а да? А чё, я с вами не могу даже, ну, на ваших модах покататься? Блин, Иван, я тебе сказал, тебе надо такой же мод скачивать и отдельно ставить. За фургон цепляй. Ну, он как с сайта скачивается, считай, отдельно. Он не Симус. Это приват. Ну, его нет нигде ни у кого. Ладно, лучше качать не буду. Хоть с вами просто покатаюсь и пообщаюсь. Мы просто тестируем, ты потом в записи посмотришь. Я только вас не вижу, потому что это... Ты нас увидишь, ты нас в фургон увидишь. А что тут фургон? Стандартный фургон. Мы цепляем, ты видишь фургон. Он таранит, даже мы тут недавно, вчера катались, прикалывали. А, да, я Юрке установил эту Toyota 105. Вчера на Toyota катались. И не только вчера, еще и позавчера катались на Toyota. Так, ты давай там вылезай из земли, хватит там валяться. Пошел. Хорош. Вот, если к нам приедешь, ты увидишь у нас эти танки. Спасибочки. Где? Какие танки? Вот тут. Какие еще танки? Ну, ты сам сказал, вы на танках катаетесь. Не, ну мы испытываем, танки-то тоже могут и грузы возить, и все остальное. Ты же видел наши видосики-то? На готовых. Я не полностью смотрел, а просто так. А вот ты полностью посмотри, и все поймешь. Лень. Ну, извините, мне объяснять лень. Ты уже играй чаще. Один раз увидеть надо. Чем 100 раз услышать, что мы там делали. Соник с нами чаще играть
И Димон, я не могу чаще. Мы постоянно на работе торчим. Я, как вы, не могу себе позволить такой роскошь. Мне даже на Новый год хотели засунуть на сутки. Мне-то есть чем заниматься. У меня файлов полно. Три игры, ковыряй, не хочу. Так, я что-то фургон свой забыл где-то. Вот он у меня по левому борту. Димон, что за игры? Что, у меня спинка есть. Мудранер второй есть на эпигейме. Это резко. Пожалуйста. Ну в спинку ты вчера играл, мы в Мудранер играли, ты все в спинку катался. Я сегодня целый день. Кстати, вчера тоже в ЕТС-ке поугарали, только я не поугарал, потому что я впереди ехал. А Сталкер с Юрой вообще угорали. Юра что-то все на дорогу дураков прет. А, я что-то дух потерял. Сейчас я к фургону иду. А, ну я ж тебе переворачивал, ты ж лежал, правильно? А вы сейчас на чем катаетесь? На танках Т-34. А может, сейчас на я тебе снимок скину. Присяете? Но мы тестируем, мы специально создали карту, мы тестируем три мода. Заодно пишем. Вам за это платят, я понял. Нет, нам просто нравятся эти моды. Друг делает, а мы их это... афишируем, скажем так. Если захочет, он может их раздавать. Понятно. Если у него сильно попросят. А жаль, кто-то из вас в ТикТоке есть? Нет. Я только в ВК. Дима, ты есть в ТикТоке? Не. Что так? Я старый для этого. Ну, вроде, блин, не знаю, ты же на YouTube снимаешь, Дима, это, ролики. Также ты можешь выкладывать по короткие на ТикТок. У меня коротких не бывает, у меня час, час 10, 2. Не, так ты же их обрезать можешь. Могу. Они в этом обрезаются, в бандикаме автомата можно задать сколько надо. Во! Вот Соник даже знает, значит, по ТикТоку это, как бы паникал. У меня видео мастер есть, я там могу монтировать. Я монтирую. Да, с поворотом вообще у него что-то как не важнецкий. Наверное, у нас это проходимость усилена, поэтому он не поворачивает. Да хрен его знает. Может, вот это колеса просто сделано, тоже гребут. Они же не поворачивают, они не дают ему поворачивать. Эти же не поворачивают. Народ, а я вам не мешаю? Не! Тогда вопрос. Вот вы оба, короче, почти блогеры, да? Мы блогеры, мы так просто для себя пишем. Что перебиваешь, блин? Укушу. Я тебя сам покусаю сейчас. Пересядь нормально, я тебя протараню, блин, я на твоих модах катаюсь. Так, этому не наливать. Так давно уже не наливают. Я и про то, что имею. Какая самая классная программа, Дима или Соник, можете скинуть, чтобы совмещать то или иное видео, чтобы склеивать? Это к Димону. Видеомастер. А можешь как бы ссылку или что-то скинуть, здесь тебе не сложно. Скину. Самая простая, самая, то есть многофункциональная, она и на YouTube, и на TikTok, и там сразу там задаешь программу, какую тебе надо, на какое видео. Она и рендерит, и все она вам делает. Ну вот мне просто какой-то там маленькое видео снял. Тяжело. И как бы это, взял его там, несколько видео скачал. Ой, или скачал, или просто это сам это заснял. И чтобы их соединить, чтобы одно видео было. Скину, как она платная. Ну а я пиратку себе скачал, у меня пиратка крякнутая. А пиратка она бесплатная? Ну пиратка, конечно, она взломная. Просто взломную программу качаешь. Лучше давай на пиратку мне скидывай, а потому что деньги не буду заплатить. Ой-ой-ой, давай я тебе просто скину ссылку на YouTube на эту программу. Там посмотришь ее,
как она что из себя представляет, что с ней делать. И там уже будешь сам искать, потому что я долго искал, я сейчас хрен ее знаю, где я. Ну ладно, хорошо, давай так сделаем. Так, так просто и тебе, и мне будет дешевле, чтобы мне времени не тратить, и ты сразу посмотришь, подойдет она тебе, подойдет, как она там. Ну сразу, хорошо, хорошо, давай, сразу, Дима. Ты вы там все на боку, потому что центр тяжести у тебя такой. Будете или нет? Чавай? Так, сори, забыл заблокировать клавишу. В игру точки дальше открывать будете или нет? Да будем, будем. Мы сейчас доведем до гаража. А где гараж? Примерно пойму, где вы находитесь. Вы едете в самый угол, да? Чё-то ты как-то не встаёшь, да? Наоборот, на башню завалил. Ну, чё-то у него вообще какая-то печалька была. Ну, там центр тяжести, он не вписан, там ноль с чем-то было. Даже не минус. Высокий центр. Короче, вы мне бревно сможете скинуть или нет? Да. Или вы не грузились? Ну вот мы их тащим. Какие? Деревянные. Короткие. Соник, я понял, что ты прикалываешь, я говорю, с тобой люблю играть. Ну давай уже сейчас не надо. Какие? Короткие, длинные? Круглые. Спасибо, Дима. А чё не квадратные? А попробуй. Танки квадратные. Толкнулся уже на босс, прицеп. Во-во-во-да-да-да-да. Прицеп на босс. Дима, толкай его там, толкай, он издевается надо мной. Слушай, а куда мы лезем, тут же не пройдем. Должны. Вы в гараж едете? Ой, Дима. Я, конечно, понимаю, что мы должны, но мы тут никак. Короче, тебе надо налево. По дороге открою точки. Мы тут вообще-то пишем, мы хотели сами открыть на этой технике. Ну открывайте, я могу просто там с вами поторчать. Вы мне бревно дадите, я пойду. Да вот мы тут открывать. Пытаемся разъехаться, тут на меня залезли. Я фургон цеплял. Пишем. До этого только что было, мы теперь не теперь мой груз улетел. Блин. До этого только что оторвало. Было, мы не блогеры, а тут же мы уже пишем. Ну да, мы просто пишем, как бы так, чтобы видеть. Ну это же отчет. Считай, как хочешь. Да. Ты и так уже над мной издеваешься. На твоем видео уже будет, что ты над человеком издеваешься. Да. Как всегда, ничего не изменилось, а? Бедного там Соника нагрузили с работы, а он все еще издевается, а? А что, Соник? Так, хоть как сам теперь развернуться-то? Давай, лучше не спрашивай, как в сказке. Не, ну просто как я понял, вы только сейчас Димой записываете там обозрение и тому подобное, а ты сам так не играешь. Как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Времени совершенно ни на что нет, и денег ни хрена нет. Хотя постоянно на работе, вот уметь надо так. А деньги тут при чем? Ну а без денег уже неинтересно, ни пожрать, ни съездить на работу, ничего. А почему здесь работа, я тебе про игру говорю? Но ты как уточни, про чего ты спрашиваешь-то? Я тебе только что говорил, что якобы, что только вы с Димой записываете, а ты сам не играешь. Ну я думал, ты про жизнь спрашиваешь, а не про игру. Ну, жизнь-то я уже по твоему сообщению последнему понял, который ты написал в общем чате, что у тебя там полная жопа. Ну да. Да и до этого с тобой играли, ты много говорил, что там тебя вообще начальница просто берет.
Да, у него с поворотами что-то не важно. Что там, кочевряжется? Уезжает? Да я не могу проехать. Мне надо до бревна долезть. Да брось ты бревно, сейчас поедем на другом, возьмем бревно. Что ты прям бревно прям так... Ну, видишь, управляемость сейчас пока хреновая. Надо будет что-то делать с колесами. Конечно, я тоже почему и бросил бревно. Улетел. Не, да, как я понял, вы снимаете обзор для того, кто создал эти моды? Ну, не совсем. Это для всех. Кому понравится, тем, как говорится, могут скинуть. Друзьям там и так далее. Соник, ты бревно вот можешь. Она у тебя вот в воде валяется прям под фургоном. Так я понимаю, но мне его когда цепляю, у меня отцепляется. Он должен ровно стоять, этот прицеп. Понял. Вот сейчас я вообще бревно не вижу, куда оно улетело. Не улетело, вот оно у тебя с левой стороны лежит. Фургона, где дышло. А вот здесь что? Народ. Ну, я точку не вижу. Лазю, вот. Лазю, точку не вижу. Вон я под водой. А, вот она. Ну сейчас она отстрелит, у меня опять фургон. Нет. А, повезло. Как теперь развернуться-то? Вот выезжай оттуда, зачем подлезть? Ну я куда? Понимаю, но мне чтобы выехать, не надо развернуться. Я вам точно не мешаю. Тут как-то так. Куда тебе разворачиваться? Тебе надо правее туда уходить. Как ты стоишь, только туда, к берегу. Вот видишь, я пытаюсь фургон растащить назад. А мне надо сейчас вперед. Но не надо повернуть направо. Я не могу направо повернуть. Ну лебедка, зацепи вон фургон-то. Ну а что я сделал, по-твоему, видишь? Цеплял. Ну. Пока он сейчас неуправляемый вариант. Соник. Короче, надо меня как-то разворачивать. Выезжай. Не могу. О, а теперь в другую сторону крути. Я не могу, он направо не поворачивает. Фургон не дает. Ну отцепи фургон. Оба бессовестные. Ты с таким трудом его поймал, ты чё? Ну на лебёдке потом вытащишь. Да давай там отцепляй свой хвост, оттащи меня лучше. А то умничает там сидит. Так я уже в гараже. Так, вы куда вообще едете? Вот теперь едь сюда и тащи меня, я тут застрял. С этим вагоном я тебе дерево не привезу. Народ, давай. Блин, вообще меня слышно или нет? А мне некуда дерево. Слышно. Фургон отступил. А чё вы можете-то оба меня игнорите? Куда вы едете? Нахрен мне твой фургон. Ты сам приедь и меня разверни. Танк неуправляемый. С этим фургоном. Да ты просто меня направо поверни, чтобы я дальше мог ехать. Я не могу ехать назад. Так я-то еду, чё ты еду. Вот еду. И ехай, не надо мне фургон твой, мне нужен ты. Чтоб меня повернул направо. Нет, ну обратно. Можно, точку открыть хотя бы. Открой. Спасибо, господа, блядь, меня услышали. Возьми с полки пирожок. Ой, спасибо, а ты вот приготовил? Да, вон там лежит уже 2 недели. Где? Так он уже... Там это, поклёзывает... Блин, таким... пока Димон дождёшься, сам развернулся. У меня тут жена сказала, 2 недели это опасно, я тебе, говорит, его не дам есть. Ладно, тогда подержу 3. Для верности. Она же сказала, что она тебя прибьёт, если она тебя увидит. Ну, это будет сложно, я не достигаю. Куда ж попал? Я не могу развернуться. Меня все время, видишь, он вправо не поворачивает, опять не дает. Соник. Цепляй за морду и тяни. Соник, она сказала, что... Давай, сейчас урони мне еще. Она знает, что ты приколист. И говорит, нельзя моего... За морду... Во, все, молодец, дерево просрали. Говорю, за морду тяни, он за жопу цепляется. Вон дерево прилетело обратно. Опять сейчас буду ловить. Не издеваешься надо мной? Сейчас пойду и нажрусь. Блин, опять отлетел, видишь? Цепанулся. Соник! Жена сказала, не надо меня просрочку кормить. Нормально, с пивом потянет. Кормить просрочку, я тебя прибью. Это не я, это он сам.
Ты слышишь, что она сказала? Тоник. Я ж тебя не насильно пихаю, сам лопаешь. Ой. Так, теперь иди ищи бревно. Так, народ, вы мне, пожалуйста, скажите, вы там что делаете? Плюшками балуемся. Хоть немного с... Да то, что плюшками балуешься, ты постоянно балуешься. Хоть немного я с вами играю, хотя бы я вам не мешаю. Точку я открою, вы там... Ты гараж, сюда приедешь и увидишь на... Ой, вот мы метки поставили, мы возле гаража болтаемся. А как мы самое бревно-то я тебе найду, когда ты уехал? Оно у меня ну вот я подъезжать пытаюсь. Вон оно валяется, вот оно второй валяется. Где? А прям я не вижу, у меня все коричневое такое незаметное. Дышло заблочи, прям ровно назад сдавай. Увидишь, оно там, где к елкам. Справа от меня, Дима. Что ли? Да. Вы в гараже? Далеко, еще? Не дотянуть. Еще, да, надо сдавать. Еще сдавать. Соник, Дима, вы в гараже? О, все, сейчас должен достать. Все, бери. О, я невидимый. В гараже, тут, может, в другом гараже. В углу сверху, да? Ну да, который закрыт, там без заправки. Ну вот я к вам и еду. Там меня ждите, хоть бревно мне скинете, хоть я не буду не пустой кататься. Сначала его дотащить надо. Я понимаю, что вы там это тестируете, но я хоть с вами покатаюсь немного, хоть вас не буду видеть. Ну мы сейчас, Димик, красиво катались. Ой, вернее, левее, сворачивай, левее. Ну блин, стоп. Ты где раньше был? Стоп, ему станцию. Кстати, я к вам на голос, да, попаду. Дима, ты тоже, да, пишешь? Да. Эх, только не говорите, кто такой был я. Да, это будет сложно догадаться. По нику, да. Я не люблю такого вообще, даже фоткаться не люблю. Та же фигня. Ну зато ты на YouTube снимаешь, блин, и видео. Я ж там не появляюсь. Так, что там запинания такие? Алло, гараж. Хэрэ пинать. Я прям в твой фургон заехал. Бьёшь, видишь, хулиганишь. Так, на что садимся? Что будем пробовать? Что цепляет еще гараж? Ну, блин, а этот, наверное, не цепляет. Fallout, который. Давай попробуем, или этот немецкий, что ли, броневик? Броневик не цепляет, вот я сел мне в нем, нет. Ну вот, смотри, немецкий все цепляет. А, ну немецкий может быть, а этот вот не цепляет. Народ. Ну, давай гараж еще повезем. Написано, народ, а вы где там находитесь? Или этого чудного сначала возьмем. А что нам? По точкам пошныряем. По точкам полазим. Поедем в гараж сначала открыть. Два оба бессовестных, где там находитесь? Там. Где там, блядь? Что Дима, ты адекватно, где там. Вы находитесь? Манипулятор мы видим. Ну, мы уже в другом, на старте. Странно, а почему в него вписаны все... А, вот он это просто это... Я понял. Он так прописал от краза части и не убирал лишнее. Саня, ты мой экран видишь? А ты, собственно, где? О! А зачем ты его поставил туда? А это не я, он сам как гаддон прописался, я же ничего с ним не делал. Ну я понял, он же написал, что он еще сырой, там он просто так его сделал, все поставил, там надо будет дорабатывать, убирать, настраивать. Я поеду. Ну просто он сделал базовую модель, мы же просили сделать, он сделал. Дальше уже буду дальше делать его. То есть он с краза его вписал, просто поменял, видно, мэш и все. Носорогом поеду. Так, а тут у меня что есть-то?
Ну, вроде бортовой цепляется более-менее, можно будет что-то цепануть. Гаражные. О, как интересно. Колёса. Так, а девчонок почему-то тут нет, хотя их тут, в принципе, прописывал. А, это же у него прописка, не моя. Вот, собственно, можно гараж тащить. Гараж, он тоже тут тяжело прописан. Тут, видишь, звездочки у него там немножко выше от капота и прочее, ну, это я все пропишу. Тут все надо будет настраивать заново. Искать, откуда видок сделать. Ладно, пока со стороны можно ехать. Чё, погнали в гараж? Да, сейчас я 20. О, у него и движок, блин, прописан. Белый спереди, наверняка. Чего? Ну, когда заводишь белый движок, спереди заводится, где-то вообще над капотом прям. Ну тут все не настроен, я же тебе говорю. Посмотри, он же написал, что он сырой. Он просто его там сделал нам и все. Ты нормально зацепил? А что зацепил? У меня смотри, как подняло машину. Кстати, сейчас к нам Юра. Ну не знаю, у меня более-менее, видишь, хапанул. А вы вообще меня не слышите, да? Я так не смогу ехать. Ты его просто прицепи на этот, на трос, на веревочке и вези. Он же сказал, он пока сырой, его надо дорабатывать. Главное, есть основа, дальше порисую. Смотрится в мультиплеере, значит хорошо, виден. Видишь, хоть глюка нет у какой-то маруки. Если виден, значит можно дальше прописывать. Звонит. Дима. Не того, уехали. Да, да, чего ты, Влад? Ну сейчас Юра к нам зайдет уже. Ты в курсе, что нас никто не видит, только мы двое видим себя? Мы же пишем. Мы же просто тестируем моды, которых нет других. Они есть только у автора и у нас. Ну да, движок спереди. Соник, а как я к вам зашел? Ты на обычную карту зашел, но нас ты не видишь, потому что мы используем моды, которых нету других. Сколько рассказать? Этому не наливать. Сейчас пройдет пару минут. А как я зашел? А почему я вас не вижу? У меня полтора, что на балконе стоит уже 2 недели. Соник, да, мне тут уже... Соник. Блин, а у меня наоборот уже возникло вопрос. Резко. Почему, говорит, я Соника в сети не вижу? Надо колеса поставить это, чтобы лучше ворочались тоже. Видишь, он медленно поворачивает. Но у него тупо кразовская настройка идет. Ну да, это дефолтный краз. Но все равно прикольно, да, сделано? Не, вот это прикольно сделано, вот это. Я его сам так поковыряю. Пока твоих нет. Ну, видишь, надо было сначала убедиться, какой им будет виден, а какой нет, чтобы ковырять-то. Ну, да, я пока с этим засел. Я броневик там ковырял, столько с ним мукал, чтобы поймать его центровку. Сейчас будет ржака, на них поедем. Раз сейчас допрем. Так, а топки-то мне хватит.
Там на повышайке, что ли, летит? Да нет, на автомате. Соник. Ушел. Что передать? Соник и Дима, вам привет от Юры. Мы, короче, пошли в ВТС-ку гонять, как вы, так как вы сами с собой катаетесь. Ну, мы же тестируем моды, я же тебе написал. Мы специально их тестируем, проверяем. И Юрий сказал это, он говорит, пошли в ВТС-ку, раз они не катаются. Ну так, да, мы сейчас привет. Как бы так. Аналогично, вас туда же, тем же концом, по тому же месту. Все, давай, да, Соник, да. Юрка, там привет. Надеюсь, мы с тобой... Давай, рад был услышать. Ладно, все, давайте, удачи вам, хорошо потестировать. Завтра едем, давай, у Соника. Давай. А у Димы, по-моему, у меня канала нету, у Соника посмотрю, что вы там потестировали. Так ты ко мне заходи, а у меня его канал. И ну, там все, канал хорошо, автора. Давайте, удачи там вам. Там же канал автора тоже. Я видео выкладывал уже в общий чат, там тоже должно быть. А ну вот да. Сейчас, знаешь, там, там можешь нас постоянно найти. Там много не открывает постоянно. Это у Соника не открывает, у меня все открывает. Че не открывает? Ну у тебя какой-то запрет стоит смотреть со стороны ну, сайтов, у тебя только. Ну чтоб на Ютубе смотреть. Ну. Нажимаешь на Ютуб просмотреть и смотришь, в чем проблема? Короче, берегитесь, ребята. Вам потом Юра отпишет. Вы пизделей получите. Оба. Все, готовим броневик. Будем отстреливаться. Ладно, хорошего вам стрима. Давайте, я пошел. Это не стрим, это так. Просто пишу. Один фиг. Действительно. Пятница, я уже делаю. Почти у гаража. Столица веселится. У меня сын сегодня принес, да, посылку. Не посылку, а эту как гуманитарную помощь, да, в лицее. Я обалдел, 25 килограмм, один банок железный. Стол завалил. А что там? Тушенка, мушонка, горошек. О, урода. Ни хрена себе. Да, будет да, что да. На Новый год пожрать. Не говори. А у меня вообще ничего не будет. Зарплату сейчас получил. 3 из них сейчас отдать на квартиру и все. Гречки. 3 килограмма. А, 1,5 килограмма макарон. 3 килограмма сахара. 1,5 литра подсолнечного масла. Блин, ну там приволок нормально. Я фотку скину, увидишь, что у меня Новый год будет. Как нищебродский стол. Еще хуже, чем в том году будет сейчас. Ну я же не один, моя готовит тоже. Был бы я один, я бы не надо. Ну а моя ничего уже не готовит. Она делает так, что каждый сам по себе. Че, ну после суток приходит и храпит целый день. Потом 2 дня на работу что стоит. Вот и все. Потом опять на суд. А у меня вот так вот я суток приходит. Суток и 2 дня это вот тоже работает. Потом один выходной тоже что-то стоишь сделал. Да и не на что. Денег вечно нет. Сука, на 2 работах и все не хватает. То, что выплачивают, поздно. Месяц проходит, потом еще месяц, тогда только дают. В конце следующего месяца получается. Не в начале, как сказать, а в конце. Да? И поэтому в итоге либо долги потом раздаешь, либо это. Как всегда, ничего не остается. Что там, пятнашка нищенская. Так, ну я в броневик пересел. Ну да, я сам тоже. Давай, приползай, жду тебя. Кажется, ему другие прописал и ходовую, потому что он вообще, считай, когда ехал, он кувыркался вперед-назад, вперед-назад. Вообще был неуправляемый. Там были колесники маленькие, я ему побольше прописал отмаза.
чтобы хотя бы препятствия проезжать. Ну вот так вот, Fallout в действии. Вот, видишь, у тебя сплеплено? Звуки у него как у лифта, бля. Ну, вот в карго, или как он там, коряк, как там назывался там. Вот оттуда. Ну вот игра такая есть, там как раз оттуда. Прикольная. Короче, я ему сейчас вон как вписал. Видишь, у меня едут средние колеса газуют. То есть народ на поверхности, он как бы так нормально едет, все, ни вперед, ни назад, да не наклоняется. Где ты в чем-то стоишь, я тебя вообще не вижу, никто вижу, а тебя не вижу. Да вот я в гараже. А, я по тебе вижу, стою, наверное. О, объявился. Ну да, вот он я. Все, по точкам. Или уже открыли все. Вот безобразненький. Так, ну грузы он не возит, ничего не возит. Тогда просто прокатиться, посмотреть. Поем по-быстренькому сейчас через балку. Вот, потом посмотришь, я камеру как вписал, вот у меня уже есть кашня на башне. Ну, на башне, я тоже сижу сейчас в кабину, сел на башне. От первого лица. Я говорю, я с ходовой много провозился, пока делал там вид, прочее. Надо, чтобы он еще и теплал. Но он тоже, видишь, такой же, как груз. Ну куда в крайкарт? Нам в другую сторону надо было в крайкарт полез. Вон, с болота помчали. То есть у тебя сейчас оригинал, а у меня немножко уже переделанный вариант. Ага, у тебя сейчас так прикольно смотрится. Сначала ник твой спереди, а потом ты едешь. Как это? Ну, на видео увидел. Обожди. Ну, вообще-то у тебя тоже. Такая же фигня. Он, наверное, просто длинный, что ли, из-за массы своей, как груза. У тебя так же. Ну, звуки смешные, конечно. Вот единственный вариант, мне надо проверить будет еще, грузится ли он. Ну, грузы как, можно будет вписать или нет. Это бывают такие моды, что просто ничего нельзя вписать. Бля, он у меня сам едет, я даже все кнопки все подписал. Ну да, он сам ехал, я почему и колес поменял. И передача стоит на задней скорости. Ну вот да, вот чудной такой он был. Я намучился с ним много, видишь, как у меня стабильно едет. А плывет тебя, пойдем там на озеро. Пойдем на озеро. Топка кончается, я не заправился нифига. Это походу вообще-то фюзеляж от... По-моему, от чего? Вертолета? От вертолета, да. Ну как это в игре сделали, вот там вот машина будущего, есть же такая Fallout игра. Ну, очень интересно, я в нее играл с удовольствием. Да, управляемость у него вообще, я даже как пьяный наш, в правую сторону. Ну он так и написал, что там надо будет с развесовкой резвиться.
Я же тебе говорю, я ходовую там сидел сколько времени писал. Настраивал, чтобы он нормально ехал. А то он даже в воду заезжал и как пуля несся прям по ней. Причем я ничего не нажимал, он сам летел. Управляемость была вообще никакая. Там все настраивал, и вес, и прочее, и камеры. Ну, не достроил вообще, много делать. Зум надо еще доработать. Топку давай, кончается. 30 лет. Куда ты ее слил? У меня, блин, 66 литров. Ну и ты извини, я все-таки ему там мощи-то прописывал. Своей модели-то. Все, меня не схватывает. Тяни толкай. 18 литров. При расходе под 40. Ну. Вперед. Десять литров. Из гаража лучше что-нибудь пригони. Или мне пригнать надо. Все, топки нет. Так, ну закрывать будем на Т-34, потому что это тоже хреново цепляет, ему аддоны надо переделать. А, у тебя же есть, да, уже здесь доска? Чего есть? Доска. Чего есть? Доска. Чего-чего? Доска! Да. Прости, пока я тут. Кстати, можно было на тралле его привезти тоже. Во. Началось. Елки-иголки, вот не помню, поменял я твой, по-моему, поменял. Он твой сейчас трал поставил. Ты мне последний раз столько всего накидал, я, блин, запутался. Ну, дал тебе все, что есть, новин.
Ну попробуй сбрось, и опять прицепил, у тебя оно сбросит. Кто? Груз? Ну да. Ладно, отцепить прицеп? Нет, сбрось груз и опять прицепи. Ну еще, да. Будет, конечно, ничего с ним. Ну попрыгает у тебя сильно что-то. Он какой-то высокий у меня, я не помню. Мой остался, наверное, груз остался. Вот странно, он тоже... А, но он был как бы не действующий, он без гуслей был прописан. Он был просто так груз, потому он и работает. Ишь, а у того получается не шо. С гуслянками не получилось на колеса переставить. Не, ну там-то он, видишь, сделал мод именно непосредственно с гуслянок на переставлял на колеса. Да, и там они все-таки как бы остались где-то, да, в текстуре. Да. Да, что-то где-то у него там конфликт все равно идет. Я блок заблочил, а он все равно как криво уезжает. Потому что ты, наверное, не вовремя заблоч. Там надо момент поймать. Не всегда срабатывает, бывает. Смотришь, теперь меня елка за трактор поймала. А, тут, короче, его не прицепишь. Да, он же не прописан здесь. Он мало того, что не прописан. А почему, а почему в танке прописан? Во. И видишь, что он делает? Да, на нем я бы на нем тоже повез бы. Ну, блин, он видишь, он все прицепы у меня так. Ну, это же надо прописывать, там же он не сделан ничего. Ну да, там маленечко отдалять надо его. Ну, как раз вешать на парковку. То есть дорабатывать и дорабатывать. Да, там конь не валялся с ним. Главное проверить, что по сетке работает. Я тот экскаватор удалил. Но он же был как груз.
грузом останется. А ты его везти собрал? А дорогой? Ну, ну ты ж повезешь? Я повезу. Ну а чё, он сейчас все равно... А, ну если он тебя только на записи видеть будет, у меня он все равно сейчас попадет. Сможешь доехать сюда, нет? Или проваливаться тоже? Погоди. Сейчас танк повезет. А, нет, у нас короткие, да? Надо средний, чтобы там был. Да, надо средний подобный. Да, экскаватор получает. Экскаватор. Ты что там, застрял что ли? Да не, я тебя снимаю. Зови с камерами с тобой. Короче, хулиганин. Ну ты прав. Сейчас в башню все залезу. Ох, евреи, смотри. Да, с разворотиком сейчас не очень. Это мягко сказано, что у него догонит ее, прям по ней, сейчас корню. Эй, я так и знал. Семен, Семен. Ага, придавил, а он не вылезет, придавил морду к земле. Надо так. Было заехать, хотя бы один танк погрузить. Так, ну я думаю, через болото рванем. Хочешь, поедем сейчас, а ну через болото поедем. Давай на погрузку смотаемся. Здесь же можно на ближний ехать, не обязательно на дальний. Ну, твой. Короче, я сейчас займусь броневиком и танком. Твой трауха, видишь, не так прыгает. Ну, как тебе сказать, сзади ты прыгаешь все равно. Ну, не так, как мой скакал. Мой скакал там вообще, блин, я даже... Ну, там вообще взял. Жесть. Ну, ты видел, да, на видосе? Да и не на видосе, я и так видел, когда снимал, ехал назад с камеры. Вертел, скакал в разные стороны, то влево, то вправо, как живой. Детализированный танечек.
каждому дереву помешает. Так и думал, самолет возьмет. Трофей, трофей. О, себе подобного везет. Походу блок не действует. Я, по-моему, его вписывал, но что-то он не работает в этом режиме. В этом прицепе. Наполовину складывается еще. Ну, еще так ничего. Да, сейчас, конечно, сразу. Управлением. Все-таки возможно действительно у нас колеса просто едут, поэтому не дают ему повернуть вот эти усиленные. Не, ну видишь, я тебе могу сказать, я на тебя смотрю, но у меня она поворачивает, ну у нас же медиа разные. У меня-то моя медиа, она вроде бы она поворачивает, но она просто ему тяжело, очень тяжело поворачивать. Такой радиус надо брать большой, а у тебя что-то, смотрю, вообще не разворачивается. Это, наверное, вот это от медиа зависит. Не дает ему что-то где-то. А может быть, ну, трение прописано. У тебя же свое трение прописано. Ну да. А у меня свое. А они, наверное, тоже читают. Они же там читают словами. Так, опять кошастика мучаешь. Да не мучаю, не знаю, что. Но я делал. Как у тебя словами сделал. Второй год уже орет. Ну, словами, все правильно. А там-то показатели, а показатели поменены. Нет, я все как положено сделал, как было. Ну, как было, у меня тоже как было, у меня ее вообще нету, этой папки. Папки Wells нету, она только там, от корневой папки берет и все. Я переписал все в одном файле. На все. Но мне только сразу ширину делал, чтобы плавать. Ну, ширину, да, ширину это непосредственно в колесе, но невидимую. Нет, вообще. Все колеса я сделал ширину, чтобы они плавали. А проходимость у них в медии прописана. Так, где тут у нас выгрузка-то? Ну опять да. Сейчас напрямую по болоту поедем, как сюда заезжать. Поехали.
Слушай, елки-иголки, я эту карту с закрытыми глазами 20 минут нормально нашел. Че, ну так, танк везет. Ничего, доработай, будет как тот. Мощный. Крылышки сложите. Зачем? Куда полез? А, я думал, за деревья. Нет, тут дорога. Я говорю, сейчас вот так напрямую через болото и все. Есть-то одна пилка. Я повышайку подрубил, вроде едет так. Медленно. Ну так я тоже. Нормально бежит. На автомате вроде захлебывается. Да, да, на автомате он что-то не тянет. Хотя с другой стороны, вот он побежал. По камням. Там еще есть такой смешной вездеход с огромными колесами. Там тип Пашка сидит на коляске и огромные колеса. Ты видел ее? Видел. Надо его проверить, как он по сетке работает. Стоит ли настраивать? Там же гусли какие-то вписаны. Да не, это работает. Там не гусли, там такие. Есть такой, я ездил по сетке, мы играли. Они вообще эти колеса от Урала. Урал такой есть. Ну это я это делал, да. Там тоже друган мой. Помню это место, на спинке здесь столько народу позаваливалось, когда ехали длинные фуры, везли. По-другому немножко смотрелось, но все равно похоже. Да, я заваливался все время вот здесь сейчас. То есть там справа где-то овраг был, мы там на мостик потом заезжали. Вот я на мостик сколько груза потерял, Только вроде вот видно, все, доехал, мне аж нафиг. По грязи там тоже, чуть остановился, все. Начинать. Че ты сполз? Ну, неуправляемый нифига. Пока в одну сторону крутанул, пока в другую крутится. Не, нормально, управляется. Я спокойно прошел.
Позвольте, к вам под крылышко. А зачем скинул? Просто так, на всякий случай.